Год литературы в Центральной библиотеке Сочи начали с акции ДНК, то есть День новой книги. Проект рассчитан на весь 2015 год. Адресована акция в первую очередь молодым читателям. Цель – привлечь в библиотеки новых ценителей поэзии и прозы, привить интерес к чтению вдумчивому, разумному и творческому, а также познакомить с талантливыми авторами, современниками и классиками. Сегодня в Центральной библиотеке для гостей подготовили литературный марафон. В холле развернулась выставка «Рисуем книги». Это иллюстрации к произведениям классиков и изданиям для детей, подготовленные художественной школой. Также здесь организовали выставку книг и провели литературную викторину с вручением приятных презентов. В течение всего 2015 года литературы читатели смогут принять участие в ряде акций. Акция «Библиотерапия», которую мы проводим в больницах города. Акции «Читающий автобус». Старт, кстати, этой акции был дан в 2014 году. Мы знакомили гостей и жителей города с новинками литературы, предлагали книгу в подарок. Акция для молодежи – это фестиваль «Сочи мост». Для детей у нас представлена акция «Лето с книгой».